Накануне «Большого листопада», как всегда, готов пионер. Сегодня в единственном детском кинотеатре столицы открылся первый мини-фестиваль «Другая анимация». В афишах 5 картин. Смотреть их советуют от 16 лет. Сегодня, например, вечерний сеанс в жанре хоррор. На экране «Апостол» испанского режиссера Фернандо Кортиса. Странные события начинают происходить вокруг обыкновенного молодого воришки. До финальных титров «Апостола» 80 минут. Этот фильм ужасов, как и остальных участников другой анимации, ранее показали во взрослой программе «Берлинале» и Московского кинофестиваля. А с субботы на экранах «Минского пионера» 12 конкурсных и внеконкурсных лент международного листопадика. Это жанровое, можно сказать, приключенческое кино, которое доставит удовольствие младшей аудитории, но вместе с тем и заставит и взрослую аудиторию немножко посопереживать всем ситуациям, которые будут разворачиваться на экране. Мы хотели, чтобы это кино было очень демократичным. Удовольствие для глаз, а это девиз 22-го Минского кинофестиваля, продлится до 13 ноября. В этом году интернациональное жюри детского конкурса возглавит датский кинорежиссер Кристиан Дюкер. Сеансы листопадика только в «Пионере».